Lightweight Production представляет. Сергей Палкин. Тренировка рук накануне чемпионата Европы. Сегодня я нахожусь в зале «Олимп». Это особый зал с особенной энергетикой, как называют его, кузница чемпионов. Прошлый свой сезон я много провел тренировок здесь. Сделал, наверное, одну из самых своих лучших форм. Хороший настрой, хорошие силовые тренировки получаются в этом зале. Итак, после разминки первым моим упражнением было сгибание рук верхним хватом с нижним блоком. Первый подход разминочный на 20 повторений. Дальше я увеличивал вес и уменьшал количество повторений. Задача была сакцентироваться на предплечьях и плечелучевой мышце, так как эти мышцы у меня отстающие из мышц рук. И дальше я перешел на работу с гантелями. С гантелями я работал уже в малоповторном режиме, 8-10 повторений. Делал сгибание рук поочередно хватом молот. Проработал опять же предплечье, верхнюю часть и брахиалис. После чего перешел непосредственно к самим предплечьям, сделал сгибание кистей за спиной со штангой. Хорошее очень упражнение для забивки и проработки предплечий. Налились хорошо кровью, забились. И после этого я сделал особое упражнение, раньше его любил. Вертикальная тяга обратным хватом. Тянул целенаправленно руками. Часто ребята, качая спину, не чувствуют работы спины, а чувствуют, как забиваются предплечья и бицепсы. Вот я сегодня делал специально предплечья и бицепсы, используя тренажер верхнюю тягу. После того, как покончил с предплечьем и бицепсом, перешел к трицепсам. И первым упражнением было необычное такое упражнение – разгибание рук из-за головы в тренажере для пуловера. Очень удобное приспособление. И в Олимпе, когда я тренируюсь и попадаются у меня руки или трицепс, я всегда его делаю, потому что отлично чувствую. И довольно-таки безопасное упражнение. Не болят локти, не болят связки, а болят мышцы. Дальше перешел на разгибание по одной руке с гантелью на наклонной скамье. Проработал длинную головку трицепса, она у меня отстающая. Сделал 4 рабочих подхода, тоже не считал повторения, где-то в среднем 12-10. И в конце тренировки выполнил разгибание на блоке. Максимально старался отвести руки назад, для того, чтобы опять же сделать акцент на длинную головку. Уже сделал 3 рабочих подхода, мне этого хватило, потому что руки не сгибались и не разгибались. Подписывайся на канал Lightweight Production и не пропусти новые видео.